Коронавирус поразил большее количество людей, чем атипичная пневмония во время эпидемии 2002-2003 годов. Но смертельных случаев пока в разы меньше. Штамм так называемой китайской пневмонии быстро распространяется по этой стране, но еще быстрее ползут слухи о том, что излечиться можно подручными средствами. Люди пересылают друг другу советы, ими же пестрят и социальные сети, например, о том, что вирус можно вылечить при помощи раствора соли. Это всего лишь миф. Главный миф, что коронавирус завозят с бананами. И якобы заразиться можно, употребляя их и другие экзотические фрукты. Неправда и то, что опасная инфекция может приехать в посылке с заказными товарами из Китая. Как и то, что ежедневное употребление алкоголя будто убивает смертельный вирус. Это еще одно заблуждение. Также еще обычная соль. Если пополоскать горло раствором соли, то риск заразиться китайской пневмонией минимизируется. Не стоит доверять слухам. Врачи уже сообщали ранее, что лучшие средства профилактики – это гигиена и осторожность. Не стоит посещать места большого скопления людей, в помещениях использовать маски и чаще мыть руки с мылом. Группы ученых уже несколько недель в лабораториях изучают вирус. Он мутирует, чем усложняет исследования. Самые первые результаты по борьбе с коронавирусом мы получим не раньше, чем через месяц.